Получили посылку от интернет-магазина мыло Опт. Будем сейчас распаковывать. Внутри лежит накладная. Не указан список товаров. Так, заказывали вот такие купола, 5 штучек. Вот так вот они складываются. Заказывали вот такую пластиковую форму. Воск пчелиный, натуральный. Пакетики. Пакетики для аромасаше бумажные. И пакетики пластиковые. Заказывали сухоцветы. Сухоцвет бессмертника. Календула цветки. Лимоны. Лепестки роз, песок, лаванда, цветки, васильки, все, цветы, все. Заказывали стеариновую кислоту 100 грамм. Перламутр сухой, золотой и серебряный. Голографические блестки глиттер. Краситель для воска. Заказывали красители мультифрукт, не мигрирующие. Краситель аквамарин. Лимонный краситель, красный краситель, зеленый, черный. Заказывали отдушки с запахом розы, молочный шоколад, тутти-фрутти и кокосовая стружка по 10 мл. Заказывали эфирные масла, апельсин и лаванда. И силиконовые 3D рамочки. Такая формочка розочки. Такая формочка тюльпанчика. Ну все.